В обсуждении принял участие и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Медведев отметил, что задача правительства и региональных властей сегодня в том, чтобы уже в следующем году жители страны почувствовали реальные изменения к лучшему по всем направлениям. На реализацию проектов предусмотрено почти 6 триллионов рублей. Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели. На что мы должны выйти в итоге, это конкретные объекты, это построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. Это, безусловно, качество образования, здравоохранение, сама по себе городская инфраструктура, экология, то есть то, с чем соприкасается каждый человек. Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край также разработал и утвердил свои региональные проекты в сфере здравоохранения, демографии, культуры и инфраструктуры. Всего их больше 40. За каждым проектом определен куратор и предусмотрено финансирование.